Все, поехали. Все, звездочки зарабатываем. Так, и двойные монетки у нас есть. А, отлетает уже от автобуса. Детальки. Ну, нам главное проехать здесь. Аккуратненько. Автобус я люблю. Я играл, кстати, в основном в автобусе. Мой первый аккаунт, который у меня потерялся. Я играл в основном за автобус. И много прошел, кстати. Но, к сожалению, мой аккаунт был потерян навсегда. Что я его не успел зарегистрировать. И он пропал просто из памяти на планшете. С памяти с планшета он просто удалился. Да. К сожалению. Ну ладно. Сюда я на автобусе много ездил. Очень много ездил. Так что у меня память осталась, как тут. Что делать на автобусе? Автобус, кстати, надо прокачать. Но у меня не особо прокачан. Потому что я его только купил недавно. Да. Так, сколько у нас там? 600 звездочек. Придумали же вот эти вот... разработчики придумали же, обновили Hill Climb Racing. И теперь карты не за деньги надо покупать, а за звезды открывать. И... Так получилось, что у меня новый аккаунт теперь с этими звездами. И у меня нету ни одной карты не было открыто. Вот я что смог, что открыл. Какие смог карты открыть, которые открыл. Сейчас надо будет заново эти звезды. Туда еще деньги тратил. А сейчас придется звездочки, ребятушки, зарабатывать. По-другому никак. Теперь. Ну, может быть, как-то интереснее стало играть, не знаю. Ну, пойдет. Ничего. Заработаем, отыграемся. Не страшно. Ой, главное не перевернуться, блин. Ладно, перевернулись мы. Эх. Так, а ну сколько там у нас чего? 18 тысяч звезд. О, надо еще, короче, 1300. 1300. Ну, давайте попробуем еще. Давай лес возьмем. Нет, давай не лес возьмем. Тогда город. Угу. И улучшим. Мотор повысим. Так, а детали у нас одна деталь, да, получается? И сцепление возьмем. Ладно, что делать? Что, куда деваться-то? Все, поехали. Поехали, ребята. Так, двойные монетки у нас. Немножко улучшили мы двигатель. Автобусу. Ох ты, ё-моё, тихо, аккуратно. Так, итого, а нам нужно 1000 монет заработать. Ой, господи, монет дурак. 1500 звездочек заработать. Ё-моё, это очень много. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, главное не упасть. О, спасибо. Так, все, едем без крыши. Ну да ладно. Вот вопрос, 1500 монет звезд мы соберем или нет? Что мне кажется, навряд ли. Уже одного пассажира потеряли. Ой-ой-ой, разломается наш автобус, конечно. Вонючий автобус. О, смотри. Как мы хорошо теряем пассажира. Уже второго пассажира потеряли. Так бы мы монетки зарабатывали, пассажиров теряем. 600, ладно, хотя бы 1000 этих звездочек собрать. Было бы неплохо. Так, бензик. Ой, опять, смотри, потеряли. Да что у нас разламывается этот автобус? Надо его как-то укреплять, улучшать. Да, сейчас мы что-нибудь еще потеряем. Потому что нам реально нужно прокачивать автобус. А это тратить деньги. А деньги я коплю на... Монстр трак машинку. О, все, отлетел у нас кузов. Теперь едем на одном колесе. На одном колесе, ребята, едем. У нас автобус на одном колесе. Ох, тихо. Так, это будет падать вниз. Ой-о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 й. Так, замечательно. 1200 монет. Ой, монет, говорю, господи. Звездочек. Это хорошо. Вот отлично, вот эта рука мне давит больно очень. Оп, есть, хорошо. Смотри, почти что 1500 звезд мы заработали. Вот сейчас, ребятушки, мы откроем горы. Ох, тихо. Нет, почему я прыгнул сюда? Вонючий случай, разбился.
Ладно, давайте посмотрим, смогли мы открыть или нет карту. О, давай. Да, есть, исследователи второй класс. А новое приключение — гора. Да, гору мы открыли. И еще костюм водителя — горная шляпа. Эх, ну что ж, давайте попробуем на этой машинке проехаться немножечко по горной местности. Ну ладно, гору мы открыли, я уже рад. Я уже рад, что мы открыли гору. Как слон. Ей-богу, как слон. Как слон мы едем. Прям как будто слон какой-то. Такой вот у нас джип. Так, давай немножечко. Вот, ускоряемся. Ой, а мы здесь не проедем. Наверное, навряд ли. Давай. Машинку надо прокачивать. Машинка не прокачана. Ну давай еще раз попробуем. Вторая попытка. Опа, нифига. Бошку сломались. Да. Надо прокачать вот этот джипик. Город, ну нарисован почему-то трактор. Ну давайте на тракторе поедем. Что у нас там? Давай вид изменим. А что у нас тут? А, шляпу можно поменять. Вот такую, да? У нас, кстати, где-то и одежда была. Вот, похожая. Так, а штанишки? Блин, у нас очень мало этих самых. Одёж мало. Так, а что у нас тут? И у нас этот, краски нету. А ну-ка, что это? Нажимаем, ничего не получается. Ладно, поехали. Поехали на нашем тракторе. А здесь будут, смотрим, эти давать какие-то. Кубки какие-то. Не знаю, что за кубки. Кубок, сейчас проверим. Что это за кубок нам сейчас дадут? Что это за кубок будет у нас? Опа, давай, еще немножечко. Так, 24 тысячи монет. Может, 30-ку. Может, 30-ку заработаем. До 30. Опа, аккуратно. Отлично. Все хорошо. Так, 900 метров осталось. Нам до кубка. Это, мне кажется, не кубок, а где мы последний раз проехали, до какого момента. И нам показывают. Вот, доедь сюда. Получи кубок. Не знаю, лучше деньги давали. Какой еще кубок? Так, здесь надо аккуратненько. А, хотя у нас куча бензина. У нас машинка не прожорливая. А, я помню, почему мы там не проехали, ребята. Я же своим вот этим вонючим ковшом задел, получается. Как он называется? Не цистерна же, а вот эту коробку, вот эту вот я металлическую. Сдвинул, да? Угу. Поэтому мы и не доехали. Вот эту, да? Нет, вот эту, нет, нет, сдвинул другую. Вот, сейчас мы доедем до 300 метров. Блин, а ну-ка. Сейчас мы, наверное, опять сдвинем ее ковшом. А как тогда на этом тракторе проезжать это место? Вот здесь мы сдвинули. А, нет, не здесь. Ну, блин, тут без разницы. Где? Сейчас я доеду до туда и опять сдвину, наверное, ковшом. Ой, а нет, здесь мы проезжали. Нет, не проехали. Знаешь, почему не проехали? А потому что у нас не хватает мощности двигателя. Надо покупать. Ну давай поедем в гору. А, ну ладно, мы автобусы будем. Давай купим тогда мотор. Блин, опять-таки деньги тратим. Либо новую тачку за 25 тысяч. А тут мы ничего не купим. Вот я хочу вот Monster Truck купить. Очень дорогой. Ладно, сделаем по-другому. Берем вот эту машинку. Едем. Видишь, мы эти стали получать монетки. Ой, монетки, говорю. Звездочку. Поэтому мы здесь не ездили еще ни разу. А почему бы и первый раз не проехать на этой карте? Карта замечательная, карта интересная. Мне она очень нравится. О, главное проехать еще. Давай. Есть. Еще. Да ё-моё! Смотри, у нас
У нас не хватает мощности двигателя. Ладно, сделаем по-другому. Так, далее. Подожди, а где мы там были? Гора, да? Вон гора. Давай прокачаем движок. Так, давай прокачаем подвеску. Ну давай, что подешевле. Что подешевле, то и будем прокачивать. Сколько у нас? Мне нужно... все деньги профукал. А что у нас за детали? 106 надо, да? 106. А у нас 99. Офигеть. Ребята, я только что потратил все деньги. Ладно. Поехали. Теперь мы должны здесь проезжать. Теперь мы здесь должны, ребятушки, проехать. По-любому. Потому что я потратился. Так, ладно. Блин. Вот я копил деньги вообще на другую машинку. Зачем я тут потратился так сильно? Ну да ладно. Я умею так делать. Так делать я очень умею. Все деньги прокупать. Ну ладно. Но эту тачку тоже нам нужно улучшать. Потому что я хочу третий гаджет поставить сюда. Поэтому, даже если что мы ее улучшили, ничего страшного. Ох ты, 1000. Мы сейчас заработаем, кстати, деньги. Может быть, даже вернем частично. Главное аккуратненько тут ехать. Угу. Так, зимняя локация пошла. Смотри, у нас хорошо, что мы одели эту маску. Видишь, эти стоят. Козлики вонючие стоят и такие, видишь. А мы типа козлик. Козлик на машинке едем. Типа мы свои. Только траву не жуем. О! Опять денежка. Спасибо. Так, 1150. Видишь, здесь нормально. Можно хорошо заработать. Так, здесь главное сильно не ускоряться. Что я помню. То здесь надо очень аккуратненько ехать в горах. По серпантину этому. О, 1200 уже стали давать, нормально. Ох ты, ё-моё, что это такое вообще? Это я не помню, что здесь такое было. Ладно. Опа, ускоряемся. Монетки. Нифига себе, мы проехали уже тут. Так, подняться надо нам, подняться. Есть. Еще. Хорошо. О! Почти 112 тысяч. Нормально. Замечательно. Так, а это что такое за... О, что это такое вообще, ребят? Угу. Есть. О, успели мы. Взяли. Бензинчик. Хорошо, хорошо, хорошо. Едем. Давай еще. Во. Так, бензин заканчивается. Где у нас еще второй бензин? Ё-моё, давай, поднимайся. Нет, вонючий случай. Кончилось топливо. Офигеть. Кончилось топливо, ребята. Ладно. 800 монет заработали-то только. Ну и что у нас там счетчик? Работает? Угу. Ну нам тут надо почти 12 тысяч. 13 тысяч даже этих звездочек. Звездочек. Так, а что у нас тут? В горы мы играли этим самым автобусом или нет? Давайте улучшим немножко. Мы там... Да, надо будет там повысить мощность. Так, ладно. Это что за управление? В воздухе. Не надо. И сцепление с колесами купим. Блин, опять я деньги начинаю тратить. Ребята, остановите меня. Давайте двойные монеты хотя бы купим.